глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов принял участие в 10-м гражданском форуме по развитию здравоохранения «Подмосковье-здоровье». Форум прошел в Одинцове в формате диалога с жителями. Закономерно, что форум проходит на территории Одинцовского округа, так как вопросы здравоохранения у нас в особом приоритете, отметил Андрей Иванов. Считаю важным, что во время форума можно поднимать очень острые вопросы, чтобы находить компромиссное решение в кратчайшие сроки. Участники форума не только обсудили проблемы и точки развития системы здравоохранения в муниципалитете, но и смогли проверить здоровье. В специально оборудованном мобильном пункте гостям были доступны экспресс-анализы уровня глюкозы и холестерина в крови, измерение сатурации, беседа с врачом-терапевтом.